А спонсор этого выпуска – сервис GoAppCash. Регистрируйтесь в системе, устанавливайте новые приложения и получайте за это деньги. От 5 до 150 рублей за каждую установку. Все приложения абсолютно бесплатны для ваших iOS и Android устройств. Никаких вирусов и мошеннических программ. Легкий вывод денег и гарантии безопасности. Ссылка на сервис в описании под видео. Ой, я нажал. Нажал? Да. Что было? Теперь нужно искать еще один рычаг. Давайте сюда, дверь. О, впереди! Он прямо! Вижу. Вот а, залазь. Сзади! Меня он съел. Сука. Нет! Блядь! Ладно, я пришелец. Ой, это тут? Что за... Нихуя, тут мои яйки. Я сторожу свои яйки, пацаны. Кто хочет прийти посмотреть на мои липкие яйца? Что-то время... Они такие большие, пацаны. Что, вы все бегаете? Да. Блядь, я в коробке застрял. Они еще соленые такие. Идите сюда, попробуйте, реально прикольно. О, все, пизда, я пошел в вентиляцию. Дим, давай сюда. Да, я хочу вентиляцию. Опа, на, welcome to Alien Isolation. Так, и чё? Куда я нажал кнопку? Ваша локация. А, уровень 1, уровень 2. Севастополь, ни хрена, все как надо. А. Ну как бы Isolation Alien. Кто там так бегает? Ну-ка. Ой, кто такой с фонариком? Я. Ох, нихуя, у меня есть пришельческое видение. А, ты чужой. А как он рядом. Да не слышь, видит он вас, я слежу за вами, вот, нет рядом с вами никого. Я спектатор. А то он у меня невидимый. Я спектатор. Пацаны, чините двери, заебали уже. Да я. Окей. К вам проход закрыт, чините двери. Как их чинить? Могу я тут все разломать к ебеням, блядь? Нет. Всякие полезные штуки, которые им нужны. Давайте поможем чужому найти людишек. Короче, налево поворачиваешь. Ап. Но. Блять, это не та комната, сука, я тут был. А у них есть оружие? Да, есть. О, у меня есть указатели. О! Налево! Миша, ты прошел, да? О, тут еще один пидор. А как его есть? Миша, кусок. Понимаешь, что мне невидимые эти. Мои яйца остались целыми. Сколько у тебя жизни осталось? А, еще кто-то есть тут. Беспалево. Остался Валера. Нет, я остался. А, да? Знаешь, в чем прикол? Вот я на лестнице сижу, и он меня никак не достанет. А, да? Ты на лестнице? Да, он, короче, на лестнице. Нихуя он пес с лантыри в натуре. А как я туда залезу? Куда я делся вообще? Тёма, выходи. Кис. Ебать, меня откинуло оттуда. Это я тебя толкнул. Ага, конечно. Я спектратор. Спектратор. Пришельцы, алиенс не могут тут проникать, короче. А, у вас же, блядь, есть задание 10 яиц расхерачить. Давай, Тёма. Ага, давай, ебашь мои яйца, как хочешь. Сиди там, сука. А он не сможет спуститься. О, сука, так нечестно! Могу я ему насрать туда в дырку? А чё, вниз просто нельзя спуститься, Тёма? Такая хуйня бегает. Сейчас я погоди, пристроюсь. Давай. Прям костяру на. А мне похуй, слышишь? Мне похуй. Мне похуй. О, вот сейчас не похуй вообще. Миша убежал, короче. Сыкло, Миша. Тёма заебал, выходи оттуда.
Ну, парни, давайте уже кто-нибудь дохнет. Ща. Где? А чё, чужой ваншотит? Где огнемет? Чужой ваншотит? Почти. Почти огнемет. Как его убивать-то? Чужого? Почти тебя убил. Убил. Сколько тебе надо патронов-то выпускать? Да хуя. Ой, кто я? Так, а как фонарик пахать? Вот так. Человек. Блять, я выкинул пушку. Хватит, где я? А, это лифт, нихуя себе. Блять! Вообще спасибо большое. Вот. Это моя пушка. Ладно, с этой бумаги. Полезли сюда. Давай по сторонам. По сторонам оглядываемся. О-о-о-о! Где? Кого я убил? Смотри вот в ту дырку, а я вот туда. Хорошо, буду. Давай, все, погнали. Ты видел, как ты бегаешь? А, нет, ты не мнишь. Что-то я застрял на месте. Ебать, что я кинул такое? Кто? Я застрял, блядь, в ебаной двери! Кто в шахте? Андрей, ты что стоишь? Сука, помогите! Пошли пиздить его, быстрее. Пошли, быстрее. А, это радар. Ебать. Нужно же яйца убивать. Сука, я не могу. Вот именно. О, нихуя, я вылез. Valiant Isolation, нельзя же его убить. На какое там зрение его? Надо только яйца на туре искать. Ой. Он бессмертный. Чё, куда я еду-то? Можно уже выйти? Ты застрял. Make too much noise and you will attract. Он творит. Хуя такая, лапками трясет, бегает. Блять, это было страшно. Ох ты, блять, он рядом. Как мне читить? А у меня один киллс написано. А, Миша. А? Откуда у меня один киллс? Ты меня убил, наверное. Да ладно. Не. Да. Да я вас убил. А откуда у меня один киллс? Ты меня убил. Ну, один килл. Как я тебя убил бы? Мне минус один дали. Даже как Counter-Strike. Блять, во что я врезался? Сука, тут ничего не работает. Это же Alien Isolation. Это понятно. На Севастополе ничего не работает. Как мне от Мишиного лица включить? Не знаю, не переключается. Я же нажал Е. Давай, сука, включайся. Не работает. Ой-ой-ой-ой-ой! Блять! Ебучий случай! Пизда, Миша! Охуеть, он прям на меня выпрыгнул. Оо, Алиен, как зрение включать? Ты Алиен теперь, да? На правую кнопку мыши нельзя двигаться. Парень, какая-то карта вылезла. О, здорово, братан. У меня карта вылезла какая-то. Карта какая-то. Пусти меня, братан! Пацаны, ты чё? Почему я не могу вылезти? Пацаны! Братан! А! Карта какая-то вылезла. Alien Isolation World Map. Да закрой это! Чем? У крестика должен быть. Нет, у крестика. Я управлять не могу. Ну все, я не могу играть. А ты залез в какую-то хуйню, наверное? Да. Тебе точку надо найти, там по левелам. Телепортироваться. Да, да. Кто приехал на лифте? Я. Кто, блять, уехал, сука, на лифте? Давай нам сюда. Ой, иди нахуй, Ватили. В пизду просто. На, сука! Ааа, блять! Типа убил тебя? Тебя что, вообще не прижарило? У меня фул хп. Говоришь, вы должны мои яйца найти. Пацаны, гасите его яйца. А нахуя нам тогда вообще огнеметы? На пробел можно... Так чтобы яйца сжигать. Смотрите, блять, такой выбор оружия, чтобы яйца сжигать. Ну вы меня отталкивать вроде как можете стволами. Ладно. А я на ком? Второй чужой! Кто-то играет за второго чужого? Нет, я один чужой. Я что-то попутал. К ящикам можем подходить, оружие пополнять. Вот два чужих, блять, один наверх сейчас. Так, это при анимации хуйня такая. Бля, это две были. Он он дуплится при анимации. Дуплится? Ну, дуплится. О, Оу! Меня чуть не убило. Такой раз появился, меня чуть не убило. Ты что, не можешь залезть туда войти? Мне горячо. You're dying, find the wind. Такой хуякс, это, блядь, нос высунулся. А у тебя сколько там хп-то? Ой, и патронов. Ты что, не можешь залезть туда войти ли? You're dying, ты умираешь, типа. Ищи, блядь, нахуй, отверстие, чтобы спрятаться.
версия. Это вообще 1000 таких отверстий. Ой, Тили, специалист по отверстиям. Опа, попа, попа, попа. А, еще получил пизды, да? Дурочка. Хорошо, хорошо, поговорим еще. Плюнь ему кислотой, хули ты как, не чужой. А я не умею. Хули ты как свой, блядь. Как плеваться? Как плеваться-то? Тьфу, вот так вот, блядь, монитор заморал, сука. Ой, я монитор все, подожди, вытер. Я не знаю, как плеваться. Сладенький. Возможно, никак. У тебя есть второй рот. О, нормально. Видишь, второй рот всегда помогает. Ты шлюха и работаешь на панели, но не успеваешь. Второй рот. Разработано по технологии чужих. Че, вы все сдохли? Нет, да. Валера еще остался с тобой. Валера, ты где, братан? Ну, если я тебе скажу, то поймет еще другой человек. Ну а, как? Он меня пасет, как он ну может как понять? Человек? Он меня пасет. А где он? Ну, он внизу. Давай, привет, Андрюшка, привет. Андрей, прыгни к нему, он на лестнице наполовину. У меня тоже тут прикольное место. Но. Че я вас слышу? Бля, я застрял. Рядом. Все, он убил меня. Да? Андрей Вайтили получил шнягу. Давид и Голиаф. Теперь ебашьте яйца его. Мне кажется, лифт надо. Читай, лагает. Да, есть такой. О! Вот оно, это о, место. Может тут? Вот эта шняга открылась, она была вот. Красная. Я нажал. Ты зайти туда попробуй. Она не открылась. А, да? Очень странно. Что там? Нашел что-то. А, кстати, вроде все эти мигают. Да, слушай. Да, сейчас открылась. О! Все, сейчас ты уедешь. О, натуре. Чё? Да, вот здесь яйца все. Не трогай мои яички. Гаси, гаси их. Пизда нахуй яйца. Сука! А что-то я не вижу. Видишь? Они кончаются, нет? У тебя написано тема? Ой, Валера. Да. Все, пиздаем, да? Как обычно. Тема, ой, шесть. Валера. Пять. Мне бьет. Кто четыре. Тебя? Яйцо. Ты об свой же огонь, наверное, достаточно. Я лагаю жестко. Да? Да. Это я делаю. Че, все, кончились яйца? Все. Люди победили. Почему я лагаю-то? В скайпе нормально? Вообще жестко.